Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Сегодня хочу с вами поговорить про ритуалы на убывающую луну. Ведь луна – это не просто небесное светило. Луна оказывает огромное влияние на все земные процессы, в том числе и на нашу жизнь, на наше настроение, поведение и качество жизни. С убыванием луны связано много процессов. Например, если мы хотим избавиться от чего-то старого или ненужного, чтобы начать новую жизнь, в этом нам поможет именно тающее ночное светило. Если вам очень нужно похудеть, то самое время убывающая луна. Если вы хотите закончить какое-то дело или порвать старые отношения, то также убывание луны – самый подходящий срок для данных свершений. Избавиться от долгов, ненужных людей, неудач, проблем. Просто надо дождаться, когда луна пойдет на убыль. Сейчас я вам дам один совсем простой заговор на похудение на убывающую луну. Данный заговор наговаривается на воду, ведь вода – это уникальный энергоноситель. Она способна впитывать в себя любую информацию. Этот простой заговор способен в короткие сроки помочь избавиться вам от нескольких килограммов. Вам достаточно всего лишь в период убывания луны перед сном выпивать стакан простой воды с такими словами: «Луна убывает, а я худею и килограммов своих не жалею. Все лишнее пусть испарится, прочь уйдет, в воде растворится, растает вместе с луною, а я стану красивую и стройную, да будет так». После того, как вы проговорили, выпили свою воду и можете ложиться спать, но ни с кем не разговаривая. Проведите 7 дней подряд, и вы увидите, как ваши килограммы пойдут на убыль. И второй вам хочу дать ритуал, который поможет вам избавиться от невезения. Если постигла черная полоса, преследует невезение, прочие проблемы, вам поможет данный заговор, он совсем простой. Вам всего лишь навсего надо будет вечером, перед сном, подойти к окну, когда луна идет на убыль, открыть окно и сказать такие слова: «Луна сердцу мила, унеси с собой все горести и печали, пускай они вместе с тобою растают и меня в покое оставят. Да будет так». После того, как вы произнесете заговор один раз, вы должны перечислить именно все свои беды и напасти. После того, как вы все проговорили, ложитесь спать, ни с кем не общаясь. И таким образом вы постепенно будете замечать, как все невезение и проблемы будут от вас уходить. Магия убывающей луны творит удивительные вещи. Луна сама по себе мистическое светило, обладающая очень мощной энергетикой, способной улучшить нашу жизнь, сделать ее более полноценной и счастливой, избавить от всего ненужного и привлечь желанное. А данные заговоры, которые я сегодня вам дала, смогут вам в этом помочь.